Сегодня мы поговорим кратенько про группу Норном, про которую я упоминал в отчете про Роудберн. У них есть один альбом, называется он Star is Way, Way is I. Видимо, там должна быть запятая, но окей. Вышел он в 2022 году. Собственно, про него давайте поговорим. Я уже упоминал в видео про Роудберн, что музыка этой группы, по большому счету, описывается как, ну, помните первые два альбома Cult of Luna? Ну, вот это примерно то же самое. Да? Послушав их немножечко еще раз, я понял, что они мне также напоминают Neurosis времен Enemy of the Sun. Ну, когда вот это вот, типа, такое мрачное, брутальное, диссонантное, грузиво такое, да. Вот, и чем-то он напоминает группу LLNN. Даже, наверное, куда больше, чем Neurosis какой-нибудь. Что, собственно, по тегам, что они сами про себя говорят и думают? Ну, на Bandcamp у них вот такая примерно портяночка. Amenra, Bridge, Doom Metal, Neurosis, Olten, Primitive Man, The Old Wind и Post Metal. Ну, давайте посмотрим, разберем. Амендра. Не очень слышу там шибко Амендру, потому что у Амендры много заметно сильнее вот эти вот блокушные диссонансы слышны, которых у Норна как-то не то чтобы особо. Что там еще? Бридж? Ну да, Бридж, да. Упоминают они, что Бридж и Cult of Luna. В частности, в интервью, что это там большое влияние, ну, учитывая то, что один из музыкантов, собственно, был в Бридж, ничего удивительного. Олтон и The Old Wind — это другие группы музыкантов. Судя по всему, там какие-то пересечения могут быть, но называть это влиянием я, наверное, не могу. И Primitive Man, ну, я, честно, не особо услышал влияние там Primitive Man. Куда больше там того же LLNN. Ну и по музыкальным тегам что? Post-metal, doom-metal, вполне ожидаемо. Мы про это, помню, даже говорили в ревью на Crouch, да? Где-то в том районе, кажется. Как это, собственно, звучит? Вот так. Yeah.
Если вы по результатам решили или вам показалось, что это что-то немножечко, как бы это политкорректно сказать, монотонно, то да, вам не показалось. И целью группы, как они сами там упоминают в интервью, это типа простота, simplicity. И вот, в частности, есть такая фраза от них. Репетативные рифы а-ля мантры. Вот так. Ну, что я здесь могу прокомментировать? Мусолить минуты три одну и ту же тему, вокруг которой что-то вертится, да легко. Ну, засекайте время. Есть, конечно, что-то приятное в том, что вот они играют такой прямолинейный, скажем так, пост-метал слэш-дум без всяких особых экспериментов, нюансов и наворотов. Скажем так, это такая комфортная музыка, да, получается. И у меня отношение к ним меняется в зависимости, скажем так, от настроения. Иногда кажется, что, типа, не понимаю, что мне не нравится. Ну, типа, все же нормально, все окей, комфортно, хорошо идет. А иногда возникает ощущение, что вот эта монотонность и репетативность меня скорее удручает. То есть для меня эта музыка, скажем так, на грани. Я даже долго думал, делать на них ревью или нет. Ну, и решил что-нибудь выдужить, чтобы не зацикливаться на этом и
закрыть, скажем так, гештальт, пойти дальше. И если честно, про музыку особо больше-то сказать нечего. Потому что вот этими вот конструкциями, с которых я начал, типа там первые два альбома Cult of Luna, LLNN, Bridge, музыка, собственно, практически полностью исчерпывающе и описывается. Если вам это интересно, и вам нужно что-то такое, без всяких там извращений, экспериментов, и т.д. и т.п., это прям ваш вариант. Если вам же надо что-то более там разнообразное, менее монотонное, то поищите что-нибудь еще.